Итак, очередной день. Собираем награды. FIFA Mobile. И кончается неделя. Осталось 10 минут. Можно вот такой вот состав уловить. Лиао, Виналдум. Первый у нас кто? Гуиловую Гуи. Или Джулаводжи какой-то. Так, смотрим дальше. Бензема. Дебрюйне в топе. Левандовский еще есть. Падает воротчик Амлин. Бундеслига Швейцария. Так, дальше идем. Кабела, 85 рейтинг. Франция. Французский дивизион. Дальше. Мулин. Пау. 80 рейтинг. Походу самый низкий рейтинг. Так, экранчики. Испания. Вратарь. Гетафе. Давид Сория. Да уж, ворочек. Не то, что хотелось поймать за потраченное время. Так, пытаем еще счастье. Хаджи Сафи. Где-то он уже падал. Ирландская лига, что ли? Как он сюда попал? Так, перемещаемся. Обновление Division Rivals. Жетоны добавили. Фестиваль воды. То понятно. То уже забрали. Звезды. Юный герой. Супер счет 800. Какие-то награды еще дали. 10 очков. Так, заберем здесь игрока. Кто же у нас падает? Аурнес. 103 рейтинг. Неплохо. Норвегия. Бенфика. Правый полузащитник. Сто двадцать скорость. Не особо. Так, идем забирать награды в магазине. Самоцвета доберем. Здесь собрали. Где эти монеты? Division Rivals появились. Не видно.
Так, 2000 не буду тратить на гарантированно на тот неделе. Погнали сюда. Водяной набор. Падают тонали. Он уже есть. Хороший игрок в центре поля. И пробить иногда может. Что можно еще в будущем словить через пару дней. 112 рейтинг. Погнали, здесь откроем звезды. Так, форма, монеты и два купона каких-то. Через 10 дней гарантированный можно поймать. Пока ничего не падало. Ни одной звезды. Так, здесь фестиваль фонарей. Один фонарь. Но уже 3 игрока, мы там 4 даже поймали. Идем сюда. Здесь уже 2 игрока есть. Но пока ничего. Больше не падает. Здесь тоже один игрок. Так, и последний наборчик. Тренировка навыков. Так что такой вот уловчик. В будущем можно попробовать 5000 монет потратить. Будет что-то водное или нет. 103 плюс не хочется поймать. Подвох там есть или нет, фиг его знает. А вот и Division Rivals. Жетоны. Ага, 1500, 10 тысяч, нифига себе. Сколько же дают за игру? Будем смотреть в будущем. Подписывайтесь, ставьте лайкосы. Будем собирать жетоны.